краткое сие начертание. О всех нашествиях на отечество наши татар и турков, и их брани, грабительств, опустошений и чрезмерных жестокостей, начавшихся в половине X века и почти беспрерывно через 800 лет продолжавшихся. Также о древних правах государей наших на Крым и на Кубань, написанном мною в 1774 году, вскоре по возвращению из Турции, единственно в том намерении, чтобы возбудить в соотечественниках своих большее против прежнего внимания на сих диких, но многочисленных и столь вредных и опасных не токмо для нас, но и всей Европы народов, и дабы потомки наши при удобном случае времени не оставили взять надлежащие меры ко всеконечному он их искоренению, по примеру Казани и Астрахани, покорением Крыма и прочих околооного лежащих мест. Но слава Всевышнему, что сподобило меня видеть уже и события знаменитого сего происшествия, ибо покорением Крыма победной рукою всеавгустейшей нашей героине разрушилась преужасная монархия Чингисова племени, о коей исторгнуто толикое множество благоустроенных царств и опустошена едва не целая половина земного круга. Россия же, быв ныне ограждена со всех почти сторон непреоборимую стеною, может впредь наслаждаться долговременным миром и тишиною.